Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И прошло уже 5 лет с лишним после того, как после этих слов я говорил с вами об Амазоне, о торговле на Амазон, о том, как начать свой бизнес. К сожалению, сейчас уже Амазон не тот. Стал закручивать гайки, да и eBay стал не отставать и именно по этой причине э, зимой в конце зимы начале осени этого года я решил освоить алиэкспресс попробовал получилось и месяц полтора назад предложил это делать и вам в своей группе с этой целью вот создал отдельную группу по Алиэкспрессу и начали торговать с единомышленниками. Сейчас там почти 200 человек. И этот ролик о том, как начать свой бизнес на Алиэкспресс. Итак, давайте я вам расскажу, в чем состоит курс обучения который я предлагаю для желающих он состоит из условных шести этапов этап первый состоит в следующем из-за того что на платформе разрешено торговать только юридическим лицам и только из следующих стран китай турция Бразилия, Россия, Франция, Италия и Испания. Это первая причина. Аккаунты регистрируются только на фирмы или индивидуального предпринимателя, то есть частным лицам не разрешено торговать на Алиэкспресс. И именно поэтому производится закупка аккаунта. Аккаунты продают, ну, в частности, на Fiverr есть такой сайт, по разным группам. Вы можете как самостоятельно купить этот аккаунт, так и по идее лучше, чтобы это сделал я, потому что я могу его оценить и не попасть, так сказать, на афериста, поскольку опыт уже определенный есть. Итак, это вот первый этап, если можно сказать, обучение. Следующий этап. После того, как закуплен аккаунт, я его передаю вам. То есть пароли от аккаунта передаю вам. И После ознакомления совместного с аккаунтом, с интерфейсом панели, вам еще отводится где-то 2-3 дня для набивки куков. То есть, кто не знает, вы каждый день там заходите минут 15-20, серфите внутри аккаунта продавца, чтобы и ознакомиться действительно посмотреть где что лежит и чтобы не получилось так что вдруг резко начались продажи на этом аккаунте алиэкспресс воспринял это все нормально третий этап после того как вы более-менее ознакомились с аккаунтом мы вместе с вами создаем так называемый шаблон отгрузки и листинг. Все это производится в прямом общении индивидуально. Отдельных роликов, ну практически нету. То, что надо показать и рассказать, я делаю через диск так называемые, это подобие Team Viver, и живым голосом с каждым из обучающихся в отдельности. Нет никаких групповых занятий, нет никаких вебинаров. То есть э, трата времени идет только на отдельно человека и только объясняется то, что ему надо. После того, как эти два основных занятия, то есть создание шаблона и создание листинга вы освоите, вы самостоятельно на четвертом этапе делаете ну, до 10 листингов, которые я проверяю, отмечаю недостатки, если они есть. Подсказываю, как улучшить эти листинги, на что обратить внимание. После того, как все это пройдено, пятый этап это, так сказать, учебный выкуп. Я у вас делаю выкуп продукта, чтобы вы увидели, что происходит во время закупки, на что надо обратить внимание, потому что это просто словами, ну, трудно объяснить, надо все это видеть. Есть люди, которые в дропшиппинге, ну, не знакомы с дропшиппингом. Вот. Показываю, как сделать выкуп, как оформить дропшип ордер. И на этом, так сказать, пятый этап заканчивается. Почему он называется ускоряющим? Потому что... Ну, мы не будем сидеть, ждать, пока у вас кто-то что-то купит, чтобы перейти к следующему уроку, так называемому, и показывать, как и что там происходит. Мы это делаем в ускоренном виде. Следующий, заключительный этап подключения Alipay и Пионера. То есть Алиэкспресс работает через свою платежную систему, которая называется Alipay, с которой средства выводятся на свой банковский счет. Наш банковский счет это пионер. На шестом этапе я показываю, как все это проделывается без ошибок и как заработанная сумма выводится на свой счет так сказать, все, цикл замкнулся. Вы начали торговлю и вывели в итоге заработанные деньги на свой счет. Это продлится. 15 дней, 20 дней, 45 дней, 2 месяца вот, до окончательного шага вы считаетесь в обучении то есть это не так что там за 5-10 дней я вам все показал а дальше делайте как хотите нет все это делается вживую на каждом шаге через мессенджер через анидиск любое что-то непонятное подключаюсь показываю на это уйдет 5 минут или 50 минут но чтобы вы могли двигаться дальше Нигде не тормозили, не искали информацию а как же тут пройти следующий шаг. Все этапы, все этапы, так сказать, происходят с помощью живого общения. И в дополнение хочу просто сказать, что для работы на Алиэкспресс нет. Никакой необходимости в VPN, в VDS и прочих хитростей. Вы работаете со своего устройства, со своего ноутбука или компьютера. Можете хоть на 10 аккаунтах работать, с одного и того же IP. В этом плане Алиэкспресс очень доброжелательный. Они понимают, что люди могут там нанимать, допустим, виртуального ассистента и виртуальный ассистент будет работать вообще с другого IP, не с того IP, с которого обычно работается. В общем, все это по сравнению с Amazon и eBay на сегодняшний день, eBay тоже начал ужесточать. Это просто сказка. Так что может, можно работать один день с одного IP, следующий день с другого. Что, свободно без всякого этого. Недостатки то в Алиэкспресс я пока не, не нашел. Скажу так, потому что не могу сказать, что вот 100% нету инструмента вот автоматического создания листингов, но его нету. Уже почти ну, год без трех месяцев там работаю, без двух. Нету, не нашел такого инструмента. И сравнительно долго ожидаешь первого вывода средств. Но после того, как первая выплата пошла, то есть Алиэкспресс разморозил ваши деньги, оно как снежным комом, почти каждый день, каждый день у вас есть какие-то средства на вывод. Самое первое, вот дождаться первого вывода средств. Там они происходят ну, практически ежедневно. Не как в Амазоне каждые 14 дней, а каждый день практически вы можете выводить там свои деньги. Но первый вывод обычно длится долго, вот, в принципе. О том, как будет проходить обучение, в чем оно состоит. Стоимость 350 долларов на сегодняшний день, включая аккаунт продавца, который я для вас закупаю. Он стоит в районе 150 долларов на файвере, и то, если вас не обманут. Есть и более дешевые предложения, но они, как правило, нереальны. Они не то, что нам надо. Аккаунты мы покупаем. Французский для нас самый оптимальный вариант аккаунт продавца зарегистрирован на, на французскую фирму. Там весь Евросоюз на 30 стран продажи по трафику, когда смотришь, именно эти страны и покупают с Алиэкспресс. За исключением, там есть еще Россия, но поскольку российский Алиэкспресс торгует только на Россию, вот давайте вернемся к, к этим странам. Вот китайцы торгуют на весь мир. Турки тоже торгуют на весь мир. Бразилия и Россия только локально по Бразилии и по России. Франция где-то 33 страны, Италия 20 с чем-то стран, Испания тоже 20 с чем-то. Поэтому для нас оптимальный вариант Франция. Покупается аккаунт на французскую фирму и практически мы можем торговать на весь мир на всю европу и в дополнение покажу то что мы начали делать именно в этом месяце в октябре были вопросы какие идут продажи, будут, не будут. И вот мы с ребятами, я прямо на их глазах, так сказать, начал новый аккаунт. Начал торговлю с нового аккаунта, которую сейчас вам и покажу. Итак, смотрите, вот мой селлер Централ. Кстати, вот этот подтянулся за 24 число данные. И с такой горки, ну, неприятно будет спускаться. Постараемся не спуститься. Итак, смотрите, вот первый закуп у меня вот произошел, ну, это было 10 числа. Я вас попросил, вы закупили, и я закупился тоже. Получилось там и во второй день тоже были закупы это два дня это искусственные закупки но мы в ускоренном порядке с вами подтвердили что да ордер получен но после того как все это проделано как бы еще 15 дней в запасе у покупателя чтобы он открыл диспут там обжаловал и все такое ну, поскольку из этих искусственно сделанных ордеров, ну, естественно, диспутов нету, вот смотрите. И вот на 15 день, сегодня 25 число, у меня уже есть средства на вывод. Это получается почти как в Амазоне, если все идет гладко, красиво, аккуратно. То есть, если вы хотите, там по треку увидели, что ордер принят покупателем. Можете просто ему в личном сообщении там попросить подтвердить доставку ордера. У вас весь этот процесс будет происходить, естественно, быстрее. Но я вам не советую этого делать, поскольку ребята и девчата, ну, не, сто, не стоит этого делать все оно наладится вам в принципе главное выждать вот первоначальный период когда уже алиэкспресс начнет автоматом вне зависимости от подтвердили не подтвердили там определенный срок истекает и алиэкспресс деньги отпускает вам вне зависимости от того подтвердил не подтвердил что он сделал там покупатель если он не жалуется, деньги ваши. Ну вот, пожалуй, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, можете писать в комментариях. Можете писать мне лично. Все необходимые ссылки внизу в описании под этим роликом. Вступайте в группу. Ссылка на нее тоже есть. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новые ролики. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.